к сожалению, участников не так много, поэтому шансов у вас очень много забрать приз в этот раз данной Краге себе. Чё? Да это не то. Ну, скажи то. Здесь идет видео. Спортсмены, всем здрасте. Ну что, клюшку мы разыграли. Победитель у нас Рамис. Поздравляем еще раз. Эдгар, добрый вечер. Получил приз, который разыгрывали на канале. Клюшечка такая. Посмотрел, пощупал уже. Все размотал, всю упаковочку. Все дошло. Огромное спасибо за все это, за розыгрыш. Как бы. И... передаю привет от Нижнего Тагила. Я Рамис, собственно, я победитель. Вот. И был еще вот такой от вас подарок приятный. Очень меня удивил. Потому что не только там была кепочка, которую вы мне обещали. Вот такая кепочка была. Вот. Кепка огонь. Вот. Была там еще и шапка. Тавгай ваша фирменная какая-то интересная, прикольная. И еще крем, восстанавливающий крем. У вас там на канале реклама постоянно идет. Будем пользоваться обязательно. Вот такой вот. Вообще офигенно, прикольно. Вот, вот ваш канал «Хоккей для всех». Все подписывайтесь. Также я не оставил без подарка второго участника, который перевел 1000 рублей, это Игорь с города Санкт-Петербург. Рамис у нас с Нижнего Тагила. Игорь, и вас поздравляем. Вот видео. Привет. Меня зовут Игорь. Этого бульдога зовут Женя. Мы живем в Питере. Участвовали в конкурсе. Пытались побороться за клюшку. Ну, чуть не повезло. Но нас без подарков не оставили. Все получили. Спасибо за подарки. Рамиса, поздравляем с клюшкой. Что-нибудь скажешь? Да, улыбку хоккеиста. Все, спасибо еще раз. Итак, спортсмены, 22 марта, это будет пятница. В этот раз мы разыгрываем классические черно-белые Краги Bauer Supreme 3S Pro в 14 размере. Я долго думал, какой размер, 13-14, но взял середину, пускай это будет 14. 15 это на здоровую лапу, мне кажется, редко 13, но большую часть, но не факт. Поэтому пускай будет 14. Итак, Краги скоро в пятницу 22 числа станут чьими-то. Считаю, что обалденный подарок. Обалденный выигрыш. Дальше будем только расти, но все зависит от вас. Условия для новичков. Первый раз у нас была клюшка. Мы эту тему обкатывали. Это было первый раз 100 рублей. Участие в розыгрыше Краг — это 300 рублей. Один билет. Билетов можно приобрести 2, 3, 5, 10, 20, сколько угодно. Тем больше у вас шансов. Также крутим барабан, где будет видно, то сколько приобрел билетов, у того, естественно, больше шансов. 300 рублей – это край, потолок. Больше повышаться ничего не будет. С клюшкой это было пробное. Если бы участвовало условно 1000 человек, возможно, и по 100 рублей. Но участвует не так много, поэтому, чтобы мне данная вещь, которая разыгрывается, тоже окупилась, делаем 300 рублей. Что такое 300 рублей за те же Краги? Я считаю, ничего. К сожалению, участников не так много, поэтому шансов у вас очень много забрать приз в этот раз данной Краги себе. Спортсмены, внимательно, условия. Переводим мне по номеру телефона, который указан здесь, только Тинькофф и только Сбербанк. 300 рублей. В WhatsApp по номеру телефона скидаем скрин, чтобы все было честно. И получаем заветную фразу «Добрый день» или «Добрый вечер», вы в игре. Все, автоматом вы в игре. Периодически список выкладываю в ВК, в нашу группу «Хоккей для всех», и также в Инстаграме.
хоккей для всех. Поэтому все можно отслеживать, все видеть, все честно, открыто и прозрачно. Я желаю каждому удачи. Был бы такой гель, намазал и забил. Гели Тафгай сделаны своими для своих. Я желаю тебе удачи. Играй в хоккей. Хоккей для всех. Большой выбор новой ИБУ хоккейной формы в магазине «Хоккейка».